первый же день, когда мы устроились в отель «Гостевой дом Благодать», мы спросили хозяев, а что можно посмотреть здесь недалеко, потому что время уже было позднее, солнышко практически скрылось за горами. Мы сказали, вот рядом есть река Белая и очень интересный подвесной мост на тросах. На Кавказе такие мосты часто делают, потому что они наиболее экономичные, и плюс можно высоко поднять над рекой. А горные реки – это вещь такая опасная. Весной, когда потоки воды устремляются вниз с ледников, мосты, которые сделаны деревянные или бетонные, очень часто сносят, потому что они довольно-таки низко над водой. А такой мост, как видите, очень высоко. Но единственное, что здесь только могут пешеходы. Хотя нет, здесь, говорят, и коров переводят, и лошадей иногда переводят, и на мотороллерах, и на велосипедах катается. Если у вас слабый вестибулярный аппарат, имейте в виду, что долго на нем не стойте, потому что здесь сочетание нескольких вещей одновременно действует на ваш бедный вестибулярный аппарат. Первое, мост постоянно шатается, если даже просто от шагов, вот велосипедист съедет, мост шатается, люди идут, мост шатается, ветер дует, мост шатается. И плюс вот это постоянное движение воды под вами, горной реки Белая. Мы, честно говоря, подумали, что у нас все нормально, но когда мы с тобой, Алла, помнишь, с моста сходили, то у нас так голова бобо. Голова была бобо, да. То есть немножко нас качало. Да не немножко. Мы вышли так, как будто мы 5 часов на самолете летели, и болтанка у нас была. В общем, замечательная вещь. Можно здесь перейти через реку Белую на другую сторону. Там трекинги начинаются. Там трекинги, очень много трекингов. На той стороне, кстати, много всяких турбаз располагается для молодежи. И можно по той стороне идти и прийти в ущелье, прийти в водопады Руфалга, да. Ну, об этом позже. О водопадах мы вам расскажем. Все это будет, все впереди. Солнце зашло мгновенно, вечер, можно сказать, ночь наступила мгновенно, в течение 10 минут стало темно, вышел красивый месяц, а мы всего-навсего полдня в Адыгее. А уже столько эмоций, уже так нам все нравится. Не уходите далеко, мы отправляемся дальше изучать Адыгею.